слава богу. Успокойся. Клянусь, я не хотел. Экран сетчатки должен скоро включиться. Ты же не можешь двигаться. А что ты? Я пытался подключить неподключенную. Но у тебя там вообще странная аугментация. Я, наверное, зря вообще. Вот, сейчас воды там. Или чего-нибудь покрепче? Воды. Держи лицо. Только это... Полегче, ладно? Не психуй. Без перезагрузки я бы тебя не спас. Не спас от чего? Расплав ядра. Под тобой кресло чуть не растеклось. В общем, я тебя перезагрузил и нашел, но... Думаю, я тебе лучше покажу, что я там нашел. Открой обзор системы, сам все увидишь. Это твои аугментации. Ты со всем этим знаком, так? Да, их установил Дэвид Шариф. 2 года ушло, чтобы мое тело ко всему привыкло. Ну, пришлось отключить часть того, к чему оно привыкло. В чем дело, Колер? Я чувствую, что-то изменилось. Какая-то подсистема качала из тебя энергию, как вампир. Без перезагрузки я не мог разобраться, какая. Но вот только твои заводские установки оказались не слишком заводскими. Экспериментальные ауги, чувак, спрятанные в твоем теле. Ты хочешь сказать, что во мне больше аугментации, чем я думал? Включено больше, чем тянет твое тело. Круто, да? Не уверен. Хочу тебе показать, что происходит, если включить одного из этих засранцев. Видишь, какой скачок потребления энергии? И откуда эти штуки во мне взялись? Этого я не знаю. Ясно только, что включились они из-за взрыва, похоже. Но если ты решишь их использовать, это твое право. Надо только убедиться, что ты из-за них не сгоришь. И, кстати, идея, как это можно сделать. Попробуй отключить одну из других аугментаций. Ну так, чисто по приколу. Ну видишь, как раз все скомпенсировалось. Хватило, чтобы установился энергетический баланс. В общем, просто не включай все одновременно. А что случится, если включу? Будут серьезные глюки из-за перегрева. Вообще есть риск непоправимого урона. Так что ты подумай, стоит ли это вообще делать? Ладно, я понял. Помоги мне встать. Ну, в общем, я ведь не всегда буду рядом. Я не могу ходить за тобой следом, чтобы тебя перезапускать и восстанавливать нервную сеть. Все решения, что ты будешь принимать, останутся на твоей совести. Я думал, ты будешь моим мастером по аугментации. Я мастер по китайскому черному рынку, запомни. А те штуки, что у тебя спрятаны внутри, выглядят так, будто они с Марса, а не из Китая, чувак. Уверен, что это не смысл. Мне как-то неудобно. Ты заслуживаешь ответов, а у меня их нет. Я могу помочь тебе справиться с твоей системой. Лучше в Праге спеца не найти. Могу помочь справиться с новыми аугментациями. Но ты не знаешь, откуда они взялись. Насколько я знаю, моей аугментацией занимался только Дэвид Шариф. Если внутри меня обнаружилось что-то непонятное, говорить нужно с ним. Я знаком с работой Шарифа. А вот эти новые устройства, они совсем другие. Неодимовый корпус, кажется. Кто придумал так использовать диморфную магниториологическую жидкость? Нет, серьезно, спроси Шарифа при случае. Это какие-то необычные аугментации. Охеренно крутые, кстати. Тебе приходилось раньше такое видеть? Аугментацию, которую вот так бы прятали? Не знаю, Дженсен. То есть я и раньше слышал, как люди на черный рынок попадали. Отключится в Праге, очнется в Шанхае. Но у них аугментации обычно забирали, не добавляли. А чем именно эти аугментации отличаются от других?
Похоже на экспериментальные, вот чем. Трассировка везде грубая. Как будто ты наполовину не отлажен, не закончен, просто чума. Это даже как-то красиво. Зачем шерифу прятать их во мне? Не понимаю, какой в этом смысл. Я не уверен, что это работа шерифа. Оборудование само по себе высшего качества, но вот этот изолирован слабо. Монтаж на каркас на скорую руку. Не похоже, что это шериф делал. Больше смахивает на какую-то левую модернизацию. Что-то новое. Ты о чем задумался? О том, как я ненавижу лежать без сознания. Ты сказал новое. Насколько новое? Установлено недавно? 2 последних года, плюс-минус. С тобой в это время что-нибудь случалось? Меня вытащили из океана. Положили в какую-то больницу на Аляске. Потом несколько месяцев. Чем сильнее стараюсь их вспомнить, тем это труднее. Черт, Дженсен! Жуть какая! Настройка заняла больше времени, чем я думал. Давай заканчивать. Это точно. Вот, держи комплект и Праксис в качестве компенсации. Праксис все поправит. Клиенты всегда довольны. Только не забывай, что я говорил о балансе энергии. Тебе нужно за ним следить. Ну, если только... Если только что? Думаю, можно все... оптимизировать. Только понадобится кое-что получить от Атара. Калибратор для нейропластики. Если я могу использовать все, что у меня внутри, без каких-то компромиссов, то я хочу об этом знать. Я надеялся, что ты так и скажешь. Я заказываю всю свою крутую технику по одному подпольному каталогу. Но вот последнюю посылку... перехватил Атар Батковели. Тот самый Атар, чьи люди тогда пришли за книгами? Не буду тебя заставлять. Я хочу, чтобы ты сам понял, какой в этом смысл. Ты можешь стать аугментированным богом среди людей. Если такое тебе нравится, тогда тебе лучше знать, что Атар заведует подпольным казино в чистом обводе. Вход в него с маленького дворика рядом с хламом. Спасибо за информацию, Колер. И спасибо за Праксис. Дженсен, это Миллер. Мне срочно нужны твои показания. Когда будешь? Это зависит от того, многим ли понадобятся мои документы. Черт. После вчерашнего теракта я вряд ли смогу что-то решить с полицией. Приходи, как только сможешь. Конец связи. Следующий. Эти документы просрочены. Скажите, как его зовут?
железка. Куда катится этот город? Стоять, железка, давай пропуск. И побыстрее. Пропуск в полном порядке, офицер. И что у нас тут? Я тебя, что ли, задерживаю? Это же BH-847. Неужели? Звучит внушительно. Ты нарываешься, что ли? Глаз не поднимать. Иди через этот контрольный пункт. Проход открыт. Не хватает проблем. До встречи. Там очень строго все. И служба безопасности такая. Я всегда нервничаю, когда пускаю. Сегодня тихо. Владелец магазина просрочил плату за защиту. Так что мой клиент забил его до смерти в больнице. Эй, ты! Ищешь инструменты? Мы продаем. Стой! Удостоверение или... Умрешь, когда увидишь мою новую машину. Канализации. Бред. Да ладно. Хотел кредитной картой Это я и говорю. Раньше люди были настоящими. Относились друг к другу с уважением. Если нужно было что-то сказать, говорили напрямик, вежливо. Вот это в чем дело. Уходи, железка. Закрыто. А он не играть пришел, Вано. Так? Ветер? Я мистер Баткавель. Да. Вы кто? Я здесь по поручению заинтересованной стороны. Слышал, Вано. Наш гость осторожный человек. Я знаю, что осторожность не повредит, когда не уверен, с кем имеешь дело. Да, это так. Но иногда она создает проблему, которой можно было избежать, действуя чуть более откровенно. Если ни один из собеседников не идет на компромисс, взаимопонимания не достичь. Я хотел бы избежать недопонимания. Хорошо. Тогда, раз мое имя вы знаете, вместе со многим другим, мне хотелось бы также знать, с кем я имею дело. Ясно, что вы человек не глупый. Думаю, что вам про меня и так все понятно. Разумеется, я тут по просьбе Вацлава Колера. Он ждет от вас товар. Уверен, это лишь простое недоразумение. Единственное, что я пока понял о вас, вы не знаете первого правила хороших отношений. Взаимное уважение. Что касается Колера, никакого недоразумения нет. Он хотел получить калибратор, я ему отказал и вам отказываю. Вот почему нельзя иметь дел с аугами, Вано. Это дурное решение. Колер, наверное, совсем отчаялся, раз послал вас. Секунду назад вы говорили про уважение, а теперь ведете себя так, будто меня здесь нет. Я тут потому, что Колер — единственный в городе, кто может сделать нужный мне ремонт. Вот и вся правда. Как насчет ответной любезности? Видишь, Вано, теперь он говорит честно. Даже слишком. Он хочет уважения, а сам ему не обучен. Вано! Мистер Баткавелли хочет, чтобы ты ушел. Ты здесь чужой, железяка. Эй,
Выпускай его! Ёбаный железячник! Он меня заметил? Коллектив является одной из опаснейших преступных организаций в мире. Несмотря на все полученные прогнозы, мы не знаем. Замечательно! Запишу тебя на оптимизацию. Только сначала закончу с вызовом на дом. Каким еще? У меня есть один клиент, и он не любит ждать. Я тоже не люблю кулер. Скажи, когда закончишь. Адам, спасибо, что вышел на связь, сынок. Я слышал о теракте в Праге, это... Шариф, меня не интересует ваше сочувствие. Есть вещи поважнее. Например, скрытые аугментации, которые нашел во мне доктор. Что? Скрытые экспериментальные. Вам о них неизвестно случайно что-нибудь? Адам, ты знаешь, что я решил насчет тебя 2 года назад? Да или нет? Нет, все наши работы над тобой проводились открыто. Даю тебе слово. Что? Что именно ты нашел? Внедренные в меня экспериментальные аугментации. Колер что-то говорил про неодимовый корпус. Кто мог такое спроектировать? Господи, у тебя аугментация Титан. Невозможно, это же концепт. Вы же только что сказали, что ни при чем. Так и есть. Минобороны показала мне чертежи 3 года назад. Спрашивала, можно ли такое сделать. Проект был не наш, Вадима Орлова. Мы с Меган его собеседовали, но он нам явно не подходил. Орлов, фамилия русская. А кто он? Почему не подходил? Он, по идее, вундеркинд, гений нейронаук. Магистра получил в Москве, аспирантура в Штатах. Оценки были выше некуда, но теории иногда расплывчатые. Меган сказала, что у него плохо с этикой. Меган? Меган Рид это сказала? Женщина, которая дала вам для экспериментов мою ДНК. Мы его не взяли, Адам. Я через 2 минуты беседы уже понял, что Орлов не хочет, чтобы его идеи кто-то оспаривал. И тем более сильная женщина, как твоя бывшая. А эти чертежи, которые вы видели, копии, наверное, нет. Они были секретными, копии мне не давали. Я их увидел-то лишь потому, что Минобороны ценила мое мнение. Шариф Индастрис тогда работали на совесть. Если подписывали чертеж, можно было ручаться. Я должен его найти. Адам, давай я для тебя его выслежу. Я скоро улетаю в Лондон. У меня там встреча с Натаниэлем Брауном и Санта Групп. Но я могу позвонить нужным людям. Шариф Индастрис больше нет, но в определенных кругах мое имя кое-что еще значит. Да, сделайте. Свяжитесь со мной потом по инфолинку. Я тебя не подведу. Я и сам не рад был терять с тобой контакт после Панхеи. Когда я услышал, что ты появился в Детройте живой, почему ты не вышел с нами на связь?
Я не мог. Спасатели вытащили меня из океана и оставили в клинике экстренной помощи на Алеске. Никто не знал, где я. Я и сам долго этого не знал. Боже мой, сынок. Ты не думаешь, в смысле это могло быть когда... Шариф, найдите Орлова. У меня есть вопросы, они требуют ответов. Найду, обещаю. Я выйду на связь. Что захочешь. Железка. Смотрите-ка. Я ведь только что говорил. 9 JT. Алекс, этот чип-стукач легко установить. Ты идешь в ОГ-29? Уже? Наши враги не ждут, пока мы залижем раны. Ну да. На плате НПС должен быть порт передачи данных. Только доберись до него и записывай, что хочешь. Ясно. Сообщу, как закончу.